Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в драконы в саднике Олха. 12-й день, и забираем сундук. Ага, рыба и опять же руны. Окей, надо посмотреть, есть ли сегодня у нас какое-нибудь событие. Событие есть, но пока оно недоступно. Ну что ж, хорошо, сегодня будет тогда у нас, получается, арена. Опа. Посмотрим, что у нас здесь выпадет. Костолом, Громоль, Крылатый ужас, Шторморез, Громобой, Водорез и Кривоклык. Да, как раз у нас, получается, паков здесь нету. Будем их зарабатывать. Что Беззубик мне принес? 71 руну. Неплохо, в принципе-то, как бы. Забираем ресурсы у наших дракончиков. Так, что нам здесь выпадает? Шлем. Шлем викингов. Так, Барсик, что ж... Дай мне рун, а? Да, конечно, рун тебе. 350 штук. Обойдешься, да? Ну, он дадут тебе 2 руны, и иди гуляй. А, 12. Ну, спасибо хоть за 12. Давай сразу мы тебя отправим в приключение. В драконий край. Лети. Ну что, Сарделька, сборы? Вперед из песней. Кривоклык, у тебя там что? Так, даешь руны. Тут падает выбор. Либо шестеренки, либо яйцо дракона. Руны. 7 штук. Ну, спасибо. Давай мы тебя отправим тогда. Может, его прокачать? Давай мы его, наверное, прокачаем лучше. Иди обучайся. Грамгильда, а ты что там нам? Шестеренки тут, понятно. К бабке не ходи, как говорится, нашепчет шестеренки. Так, Костолом, не грусти. Древоруб, тоже не грусти. Идите там за сборами. Янтаря пока тусклого не накопили. Вот, спасибо. Так, сколько тебе? 630 надо. Пока лети за древесиной. Ты за рыбой. Ты тоже за рыбой. Весночес. Спасибо за рыбку. Так. Давай за рыбой вперед. 25 тысяч. Лети тогда так. 48 тысяч тоже за древесиной. И ты тоже за древесиной. Так, где наши элитники? Давай закажем. Так, треску принес мне. Пускай собирает рыбу. А ты собирай, не знаю, листочки, наверное. Так, где у нас остальные все ребятули, которые сидят? Так, ожидание. Давай. А почему ты-то у меня не... Зашибись. Самый прибыльный чувак просидел просто впустую у себя в гнезде. Сезонный абонемент. Чего там? Сколько осталось? 5 дней еще. Чего вы мне сразу начинаете с панталыги сбивать? Еще есть время накопить немножечко этих сверкал. Давай за древесиной. Так, 22 тысячи рыбы. Или 22 миллиона рыбы. Так, ладно. Что мы хотели? Во-первых, давай заберем наши награды. Монетки. Ну и сам загадочный пак. Шторморез, душитель, древоруб. Угу. И рекламный заодно. Это что такое? Это монетки так у нас выглядят? Черным экраном. Шторморез, Громель, Барс и Вепрь. Игра вылетела. Но опять нам дают. Так, 3 руны. Еще 10. 13 рун. Ну, допустим. Так, я же вас вроде как отправлял. Че сидим-то? Сидят тут, притулились, греются. Так, этого, наверное, отправлять не стоит, потому что он мало нам приносит. Боеволорд. Тоже не очень много. Давай-ка
заберем здесь за выполненное задание награду. А что у нас там вообще будет? Ай. Груша, которую нельзя скушать. Ну тут вроде бы все, пока больше ничего не могу сделать. Заказать могу только если... Стоп. Стоп. Подожди-ка, у нас кто-то хотел прокачиваться. Но нужно было именно заплатить. Заплатить нужно было именно железом. Вот. Это у нас древоруб. Возвращаем его. 270. Лети. Тренируйся. То есть будет еще скоро один дракон 112 уровня. Так, тебе, парень, наверное, надо тоже прокачать. Лети. А ты как сейчас? А, ты уже прокачанный, все, понял. Костолом. Ну-ка, вернись. 159, не хватает немножко древесины. В общем, вот так вот потихоньку-полегоньку мы с вами получим нужных нам драконов. Так, у нас 124. Хм. 124 светлого янтаря. А я хотел, по-моему, сколько? 150 мне нужно накопить. Вообще нужен этот сбор, общий сбор, ребят. И вот это было бы самое то, 8500, но мы копим с тобой на наездника. Изваяние, укротитель. Так, а укротитель-то что? Это яйца. А здесь обучение в святилище Валки. Увеличит усилищий эффект. Сбор рыбы повышается на 30%. На 30% сбор рыбы. Слушай, ну как бы тоже неплохо, в принципе. Так, Беззубик, я тебя отправляю в приключение. Нет, 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 нет. Какое, блин, приключение? Я тебя отправляю, опять же, на поиски. Но он почему-то мне в последнее время вообще, ребят, не приносит вот эти вот копья. Я уже не знаю, что сделать надо, чтобы он начал нам приносить. Он все, что угодно приносит, только не то, что нам надо. Так, ну вроде бы здесь все. Пойдем тогда на арену. Сегодня откроем два пока вождя. Я думаю, что это будет нормально. Ну и заодно... Так, ты что не это? А, он работает? Я думал, что он на месте стоит. Заодно и паки здесь набьем. А через один день у нас будет уже доступно событие. Кстати, раньше у нас почему-то события почаще выпадали. Сейчас как-то пореже. Ну что тут у нас за команда? Ох ты. Начинаем с него. С этого пиромана. Что ты делаешь? Один выстрел, ребят, и сразу звук пропал именно с самих ударов. Нельзя позволять ему, чтобы он полыхал тут огнем. Так, барсик вражеский. Блин, добьют, наверное, мне. Угу. Так и получилось. Ну, мы тогда добьем его кореша, а потом уже самого барсика будем раскручивать. Твою налево фаерболы, блин. Иди ты знаешь куда. Зарядил мне тоже. Думает, я сейчас отдуплюсь. Ну, как бы не так. Ну что, Кривоклык, уничтожай его. Отлично. Так, здесь даже уже музыка пропала. Ну что, начнем, наверное, с тебя. Нам просто выгоднее его как бы уничтожить. Неплохо. Ну а дальше, наверное, с этого. С ледяного ужаса. Твоя дарева, что делает? Ну это специально, замедляшки все эти вешают. Это у нас дебаф, короче, хиляемся. Может быть, барсик еще и поживет. Сарделька. Так, второй удар промахнулась. Этот опять сейчас будет. Ага, вон куда, он уже замедляшку вешает.
Да что, вы не можете пробить его, что ли? Так, сарделька, успокойся. Так, давай, наверное, хильнемся здесь еще разок. Да, Барси, конечно, очень слабо бьет. Делаем слепоту. Ну все, 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 сарделька, успокойся. Тебе уже здесь ничего не сделать. Ослепленный плюс задебафенный. Мы его сейчас быстро тут распишем. Кривоклыш сейчас его на один зубок. На тебе. Очередная битва. Так, что-то мне знакомо. Вот эта командочка. Первый поединок, по-моему, точно-точно был такой же. Ну что ты лезешь? Ну что ты, а? Сардели, успокойся. Давай дебаф. Пробивку сейчас. А, пробивку. Ё-моё, сейчас пламенем пыхнет, скорее всего. Ай-яй-яй. Еще и сделал, блин, дебаф, ребята. Молодец, Барсик. Хвалю. Ну что ты... Сейчас потеряем. Что ты... Ну какая защита? Ну ё-моё, а. Ай. Это худшее, что он мог сделать. Именно поставить на себя вот эту никчемную защиту. Сейчас фейлимся. Так, фиол против... Ага, значит, тут зелень лучше брать. Давай, помогай мне бомбить. Барсика. Ну, опять же, даже если мы его завалим, как я буду с этим... С сарделькой потом справляться? Ага. Ну, красавчик. Красавчик. Так, поехали. Потом я повешу слепоту на него. Вот так вот. Не знаю, попробуем как-то выжить. Или ничья все-таки будет. Да, ребят, будет ничья. Добить он у меня не сможет. Ладно, ничего не поделаешь с этим. Ну что, ребята, вот мы и получили с вами один редкий пак и обычный, плюс пак вождя. Душитель, шепот смерти, кривоклык. Оу, скалотряс чемпион. Неплохо. Ну что, я предлагаю еще один пак открыть. Именно пак вождя. И можно будет закругляться. Ну-ка, что у нас тут? Оп, нифига. Эй-эй-эй-эй. Что это такое? Мне не нравится совсем вот эта команда. Пипец. Но это нечестно. Брать двух лучших бойцов, так сказать, в одну команду. Они сейчас меня застреляют просто-напросто своими этими пыхарями. Ладно, сделаем вот так. Привет, не вздумай сделать свою мощную атаку. Твою налево сейчас будет. Воу, ну ты посмотри. Ну ты посмотри, сколько он отнял. Я его еще и не добил. Зашибись. Давай тогда сделаем так. Сейчас Барсику, наверное, крышка будет. Нет, не Барсику. Этот пройдоха знает, куда бомбить. Лечимся, лечимся срочно. Фью, нам повезло. У нас никто не погибнет. У нас никто не погибнет. Отлично. Так, ребят, вот такие бойцы у нас выступают. Без музыки, как говорится, в траурных нарядах. Начнем, наверное, с этого, да? С престиголового. Потому что он у нас идет как шустрый. А на шустрых у нас с тобой зуб уже, как говорится, наточен. Блин, смотри, на Барсика опять начали. Опять начинает Барсика мне ковырять. Окей, ну что? Ты, я смотрю, у нас под усилением стоишь, да? Сейчас мы тебя, наверное, не вздумай что-нибудь пыхнуть. Тьф.
твою налево все-таки сделал, а? Пакость свою. Все-таки пыхнул. Да блин, ну кривоклык, я думал, ты его сможешь добить. Опять будет полыхать. Фига он кусается, ты прикинь. Так, подожди, давай, наверное, сделаем просто удар. Здесь поставим слепоту, ну, чтобы он не выпендривался. Потому что я боюсь, что тормореза сейчас могут ушатать. И уже, как говорится, в два смычка с дебафом мы сардельку распишем. Такой дракон смешной, кстати, да? Ты заметил? Он похож на какого-то червячка. По крайней мере, тело. Червячок с крыльями. Так, ну что, последний у нас поединок. Я надеюсь, по крайней мере, что мы, наверное, всех их троих сможем забомбить и выиграть. Блин, Барсик уже не живой, не мертвый. Половину хп у него просто уже отняли. Пугало огородное что творит, а? Есть, но мы все-таки быстрее, да, уничтожили у него. Пока, Барсик. Кревет, кревет. Успеем ли мы его бомбануть? Вот в чем проблема. Единственное, что, знаешь, если мы сделаем, например, не отхил. Нет, придется отхил все-таки делать. Я думал, что он энергию не станет тратить. Тогда кревет сделал бы свой супер удар. Но так как тот сделал теневуху, плевок свой теневой. Ой-ой-ой-ой. Все, ребят, песенка наша тут спета по ходу дела. Штормореза сейчас завалят. Ну и что ты будешь делать? Молодец, ну хотя бы правильно сделал. Ё-просоте. Все, сейчас он меня, ребята, просто прижучит. По два раза бомбить. По два раза. О, ты прикинь, что сделал он мне. Повесил на него слепоту. Только мне это, наверное, не спасет. Да, ребята, это мне не поможет, к сожалению. Твою налево, а. Да он два раза сделал вот эту вот фигню. Плюс еще, не забывай, повесил на нас дебаф. Ну вот и пак вожде. Давай посмотрим, что у нас тут. Шторморез, Костолом, Лаварык, Алая Плеть и опять же Кривоклык. Вот такие у нас были на сегодня подарочки. Все, друзья, получается, мы можем закругляться спокойно. А где у нас это Вознесение? Я вот что-то не помню. Как бы получили мы новое. Новое в игре у нас есть Вознесение. То есть три одинаковых дракона. Прокачивать во что-то либо. Ну а где оно? На рынке? На рынке Вознесения нету. Вот. То есть нам нужно обязательно три одинаковых, да? Еще при этом заплатить 50 рун. О-о-о. Это дорого. Почему я не могу, например, разных? Да? Например, там одного, второго и третьего. Разных фасонов всех наложить. И попробовать сделать Вознесение. Нет, нужно обязательно три одинаковых. А может быть, не обязательно три одинаковых? Нет, три одинаковых. Да. Ну что же, есть тогда смысл, ребята, копить три одинаковых дракона и после этого делать Вознесение. Но опять же, платить руны. Если бы без этого, можно было бы еще позаморачиваться. Ну что, ребят, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.